Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, забрали одну наградочку здесь. Так, здесь же еще вторую. Так, ну что, давай смотреть, что у нас тут по событиям. Так, защита своей территории, эволюционная борьба, схватка чемпионов и дрожь земли. Ё-моё, это кто у нас такой? Арктодус, какой-то медвежонок. По-моему, мы такого уже видели с тобой раньше, да? Но сначала пойдем на защиту своей территории. Значит, птеродактиль, стегоцератопс и пеликактиль. Пеликактиль. Ну, давай попробуем, наверное, взять апатозавра для начала. У эрхозавра возьмем. А вот против этого я возьму, наверное, нет, раджастегу. Поехали, сейчас посмотрим, что у нас из этого получится всего. Блин, 305 к атаке, что-то маловато как-то будет. Ладно, фиксим, атакуем. 30 уровня, прикинь, 30 уровня, ё-моё. Ты смотри-ка, а. Раз, два, ну-ка. 224 хп мы ему оставляем. Меняет. Ой-ой-ой. Так, ну здесь нам что нужно сделать? Нам надо сделать следующим образом. Хорошо, ему сейчас досталось. Так, смотрим дальше. Сейчас будет меняться. Фига ты. Да, друзья, поменялся, называется. Вылупляем по полной. Вырубаем. Так, птеродактиль появился. Но он нас здесь сможет завалить, кстати. Да. Блин, я не помню, сколько. Раз-два. Раз-два, давай так сделаем. Окей. Так, и стегоцератопс. Блин, ребята, если он сейчас полностью бомбанет, мне крышка. А он так и делает. Ну что же, как ты понимаешь, мы с тобой не справились в этом событии. Придется переигрывать. Но я уже очень зол. Ты знаешь, что, когда я зол, что будет с ними? С ними будет все очень-очень плохо. Или нам пойти на дрожь земли и не обращать внимания на них. Ладно, пойдем на дрожь земли. Здесь мы, наверное, больше результатов получим, чем там. Так, ну что, берем диплотатора, наверное, велоцираптора возьмем и диморфодона. Так как это первые только поединки, я думаю, здесь не особо сильно будет противник у нас. Посмотрим сейчас. Кстати, нам еще 1000 накопить, ребята, и мы с вами открываем чистое золото. Скалозавр, тропиогнат и пахицефалозавр. Ничего сложного я здесь не вижу, если честно. Вот так вот я поменяю. И посмотрим, что он будет делать. Ничего, да? Давай, допустим, так сделаем. Что он будет, какие меры предпринимать. Скорее всего, будет меняться. И брать... Будешь или нет? Да, ребята, он меняется и берет тропиогната. Кстати, он не очень много-то и выиграл. По-моему, ему крышка, да? Крышка. И вот мы опять встречаемся со скалозавром. Давай. Ну что ты там пшикаешь? Это тебе не поможет. Это тебе не поможет. Так, теперь главное посмотреть, на что там готов этот пахицефалозавр. У него, как ты видишь, 396 хп. Если он все сливать будет, конечно, он меня победит. Если он все 4 атаки сделает. Удивительно, он не стал ничего делать. Тогда я попробую атаковать. И все,
И мы выигрываем здесь. Ну и получается, мы с тобой продвигаемся дальше. Смотрим. Ну, 100% мы попадем в следующую лигу. Это ясен перец. Так, давай. Мы из детенышей в добытчики попадаем. Тут ничего удивительного нету абсолютно. Так, и нет, чтобы $200 дать, а? Дай-ка я, знаешь, что хочу посмотреть, ребят. Вот здесь у нас. Так, тираннозавр. Это хорошо, что он созрел. Сколько у нас? Блин, мы же можем с тобой даже заказать, начать эволюцию. А, начать эволюцию мы не можем, так как у нас здесь до сих пор сидят. Не здесь, блин, а вот тут. Да неужели? Закончилось наконец-то. Так, а с аммонитом? Ну вот, совсем другое дело. Сразу оба завершились. Так, ну что, будем тираннозавра, наверное, выставлять тогда, получается. Так, покажите-ка мне, пожалуйста, хищников. Ищем тираннозавра. Вот он. Переходим на него. Начать эволюцию. Вот так вот. Пока, я думаю, этого будет достаточно. Один пускай там эволюционируется. Чего такое? Чего вы мне перекинули куда-то? Ну, а мы что мы? Мы продолжаем. Кстати, надо посмотреть, что у нас за VIP событие. Ну, тут не особо такое хорошее, да? Тут одни редкие. Так что, наверное, мы продолжаем нашу битву, дружь земли. Блин, этот медведь какой-то, ну, никудышный, мне кажется. Это мне так кажется. У нас, смотри, сколько спинорапторов. Ё-моё, их тоже надо выводить. Возьмем кулазуха, лабиринтозавра и тираннозавра. Посмотрим, что у нас из этого получится. Да, карнозавров нужно выводить, ребят. 4 штуки по 10 уровню, это не дело. Опа. Синоцератопс. Ничего себе. Это легендочка, да? Это, друзья мои, легендочка. Я не знаю, у меня она будет меняться на вот этого. Тогда нам придется брать кулазуха. А он сморчок. А ну-ка. Посмотрим. Да ну, он не рискнет нападать. Будет бежать, прятаться сейчас, меняться. Да ведь, иритатор? Ну, конечно же будешь меняться. Ну, по-моему, пора нам теперь бомбануть хорошечно. Проверим. Да? Труба зовет. Синоцератопс готов. Так, ему хватит трех, да, получается, чтобы нас забомбить. 3 ударов. Ну что, кулазух, пора тебе выходить. Так как он потратил, по-моему, все, мы можем спокойненько его сейчас уничтожить. И каритозавр, да, по-моему, так его звать? Точно. 78 к атаке. Хватит ли ему духу нас победить? Хватило.
Ну что же, тогда посмотрим здесь. А тут, по-моему, все, ребята, он приплыл. Сдулся коритозаврик. Ну и мы, соответственно, побеждаем. Мы побеждаем и проходим дальше. Я думаю, даже в следующую лигу перейдем. Следующая лига у нас идет выжившие. Так, давай-ка посмотрим, что нам здесь может выпасть в лиге выживших. Да, 28 тысяч монет. Ну что, двигаемся дальше по схваткам. Берем, блин, у нас и скафагнат, кстати, может прокачаться до 30 уровня. Я даже не знаю, что здесь брать. Давай возьмем тиранодона. Прикинь, скафагнат будет посерьезнее, чем... интересно. Очень интересно. Так, ладно. Спинораптор, скафагнат и уйнозавр. Кстати, вот, смотри, уйнозавр готов прокачаться. Скафагнат, спинораптор. То есть, ребята, очень много кто готов. Но мы почему-то этого не делаем. Знаешь почему? Потому что у нас нету хавчика. Еды элементарно из-за этого. Все у нас стоит мертвым грузом. Так, велоцираптор, анкилозавр и рамфоринг. О, какая подборочка здесь. Вот какая здесь подборочка получается. Ну что, давай. У нас хп-то здесь будет побольше. Мы пожирнее будем, чем этот велоцираптор мод 2. Ну что ты сделаешь нам, давай. О, поменялся на рамфоринг. Я думаю, что он теперь тут крутой. А я вот так вот возьму да сделаю. И что ты на это скажешь? Сразу взгрустнулось тебе, да? Да, рамфоринг? Он может велоцираптора сейчас взять, конечно же. Анкилозавра? Ты сейчас серьезно это? Давай проверим тебя на прочность. Допустим. Ну и что ты засуетился? Что ты суетишься-то? Меняет. Опять берет этого рамфоринга. Он без него просто жить не может. Ну все, рамфоринг укрышка. Появляется анкилозавр. Угу. И что дальше? Что ты там дальше придумаешь, парень? Я жду. Ну, вырубит, скорее всего, да? Надо же, вырубил. Ну что, попрощаемся, наверное, с ним. Раз, два. Раз, два. Ребят, я, наверное, сейчас огромную глупость сделал. Будем надеяться, что велоцираптор нас не подобьет здесь. Опа, он ничего не стал делать. Тогда ему крышка, по идее. Да? Мы его уничтожаем. Фух, повезло нам крупно. Так, ну что, мы, наверное... Слушай, вряд ли мы сейчас перейдем в следующую лигу, скорее всего. Слишком быстро мы как-то тогда, получается, двигаться будем. Хотя... чуть-чуть нам не хватило. Совсем маленечко. Да что ты будешь делать, а? Так, друзья, я, наверное, все-таки... Знаете, что сделал? Я все-таки попробую пройти... вот это вот событие. Не знаю, что-то оно мне не дает покоя. Не знаю, с чем это связано. Хочу пройти его. Просто из принципа. Из принципа я хочу его пройти. Поехали. Уж не знаю, получится у меня это, не получится. Проверим.
Смотри, атакует. Пятьсот тридцать восемь, да, к атаке. Не добьет, и слава богу. Ну что-то, Николай Грюс, выходим. Выходим сюда. Ух, как хорошо-то пошло. Ну что? Так, 4. Ему нужно потратить сколько? 2. 2 атаки. Давай попробуем так сделать. Ух! Хорошо-то как, а? Я сказал, что я пройду. Я сказал, что я сделаю. Это чтобы он больше не выпендривался. Так, нам нужно еще дальше идти и смотреть, что там нам дальше будет выпадать. Топилозавр и 2 гигантцефала. Блин, вот против этого-то как быть-то? Давай возьмем так. И, наверное, ее сделаем. Блин, 30-й, 34-й, 38-й уровень. Опупеть. Что, деплотатора брать, что ли, или как? А, так вот сделаем. Поехали. Он живучий, ты посмотри. Да, живучий. Меняется, сразу же меняется. Так, давай возьмем деплотатора. И защиту. Ой, защиту, бонус на очко. Ну сейчас он возьмет топиелозавра, конечно же. А, нет. Ну что, если я вот так вот сделаю? И по полной. Понял. По полной не получилось. Так, что он вырубит меня, что ли, получается? Вырубит. А сможем ли мы его вырубить? Раз, два. Вот так вот, поехали. На тебе. Гигантоцефал. Ну, тут-то он, понятно, меня сейчас завалит. Вот тут меня больше интересует, что нам делать. Раз, два, три. Четыре. Так, что ли, делать? Упс. Не, ребят, тут у меня не получается их уничтожить. Прикинь. Слишком-слишком жирные какие-то здесь. Эти гигантоцефалы со своими, блин, атаками. Надо где-то зарабатывать доллары. А где мы доллары можем заработать? Здесь? Пока только здесь. Есть возможность драться, давай драться тогда. Деплотатор, Афиокаймем и Велоцираптор. Поехали. Ну там не смог, не получилось у меня, видели же сами. Фиг знает сколько здоровья. Ой-ой-ой, Зухариптор. Твою налево. Деплотатор будет в большой опасности. Угу. Давай сделаем так. Он что возьмет, наверное? Спиннораптора возьмет, скорее всего. А, спинозавр. Почему спиннораптор? Спинозавр. Давай посмотрим. Видишь, у него 2 летуна. Это плохо. Но он ничего не стал делать.
Меняем. Раз, два. И вот так. Что ты будешь делать? А, спинозавр, будешь атаковать? Конечно, будет. Ну вот и все, и до свидания. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Адьюс. Так, Зухариптор появляется. Ну что же, трать. Ууу, какой ты тупенький. Ладно. Мне здесь проще. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Все. Вырубаем. И остается Скафагнат. Скафагнат еще слабее, чем Зухариптор. Тебе ничего не остается, Скафагнат. Или вставать в защиту, или просто пропускать ход. Он пропускает тупо ход. Ну что же, до свидания. Красота. Красотища. Дайте мне доллары. 300 долларов мне хватит для того, чтобы пройти события. Если они мне не дадут, я ничего не смогу сделать, ребят. Так, охотники, 10% лучших. Но... Да что ты будешь делать? Там 400 долларов было, вдалеке видел? Ну что ж, придется тогда, ребята, добивать эту арену. Не хотят они меня переводить, к сожалению. Берем Ихтиостегу, Пеликанептерикса и, наверное, Карнораптора. Поехали. Ихтиостега, Капразух и Альбертозавр. Ну, в принципе, меня устраивает вполне подбор вражеской команды. Ихтиостега тут новичок, так скажем, да? С одного удара мы его выносим. Я думаю, Капразух тоже здесь не вариант. Он ничего нам не сделает. Правда, и мы ему ничего не сделаем пока. Хотя я могу кое-что сделать другое. Я могу взять Пеликанептерикса и бонусные очки. Посмотрим. Неужели он будет брать Альбертозавра? Нет, он ничего не стал делать. Проверим. Отлично. Ну вот и Альбертозавр. Ну да, да, Пеликанептерикс мой сейчас падет. Смертью храбрых. Ну а что поделаешь. Зато Ихтиостега разнесет Альбертозавра только шорох. То есть всегда кто-то идет как мясо, и кто-то идет как добивающий. В данный момент это Ихтиостега. Добивай. Вот и все. Вот и славная победа. Насколько нас еще поединков здесь хватит, интересно мне знать, а? Продвигаемся мы быстро. Так, с 80 какого-то до 62 позиции добрались мы. Ну, естественно, нам только деньги дают. Нам только лишь деньги дают. Либо еда, либо деньги. Больше мы ничего не заслуживаем. Давай смотреть. У нас хищника нет в этой команде. Вот что я тебе скажу. Ох. И вот это вот плохо, что у нас нету хищников. Понимаешь? Вообще трындец. Попали, по-моему, по полной программе. Ладно, давай. Потягаемся, так сказать.
361 к атаке у нас идет. Ну, давай, скалозавр, думай, соображай быстрее. Тупо пропустил ход. Ладно, мы возьмем все в бонусы. На следующем ходу ему, наверное, крышка будет. Скорее всего. Ну, давай. Атаковать побоялся, да? Раз, два, три, четыре. Так, не вырубим. А, вырубили? Не знаю, как так, ребят, получается. 361 к атаке было всего лишь. А вырубили у него 850. Ну, рамфоринг здесь вообще бесполезен. Меняет. Каритозавру тоже крышка. Я тебе говорю, ему тоже крышка. Сразу же врубаем его. Он все очки передал на рамфоринга. Ну, давай посмотрим, хватит ли ему этого всего, чтобы раздавить мои 1500 хп. Я почему-то сомневаюсь. Давай проверим. Ну давай, что там сидишь, пыхтишь? Испугался, да? А вот это ты зря. Ах, ты это зря сделал, парень. Все. Размазываем его. Тыщ. Вот это, я понимаю, удар. Удар ниже пояса. Забомбили. Так, сейчас посмотрим, куда мы с тобой переместимся. 41-я позиция, окей. 41-я позиция, друзья мои. 7200 еды. Ну что у нас тут остается? Шиш да не шиша, да, как говорится. Возьмем лонгозавры и птеранодона. Два летуна, один хищник. Смотрим. Ага, вон у него какая, да? Командочка. Ну тут я сразу меняюсь. Ему тоже придется поменяться. Возьмет, наверное, Ютерануса, скорее всего. Ну, а, метриакантозавр, да ё-моё. Почему все время его называют Ютерануса? Ну что, вырубите, попробуем или как? Не попробуем, а вырубим. Окей. Так, тернадончик. Сейчас посмотрим, что тут будет, что тут получится. Вряд ли он будет атаковать, конечно же. А вот я, пожалуй, буду. И вырубаем. Ну вот, Эфиокамим появился. Ну, 344 к атаке, конечно, вырубит. Но это последнее, что он сделал в своей жизни. Да, лонгозавр. Вот еще, друзья. В принципе, победа была на изи. Так, сейчас мы с тобой, наверное, попадем где-нибудь в 20-ю лигу. Ну, на 20-е место, скорее всего. Мне так кажется. На 19-е. О, как. На 19-е место мы попали. Твою налево, а. Это пижара мне выпал. 260 очков доверия.
Окей. Ну что, наверное, последняя схватка у нас на сегодня. Птеродактиль плюс Эдиоморфодон. И вместе с этим совсем пойдет у нас тиранозавр. Вот такая вот. Прикинь, у Эдиоморфодона 2020 хп. Опа, раджозавр, горгозавр, дилофозавр. Ну что же, птички мои готовы, в принципе, истребить любого динозавра, я думаю, да? Начнем. Они Эдиоморфодона задолбаются разбивать с его 2000, ну, почти 2500 хп. Вообще не варианты. Ну, птеродактиль-то, конечно, не бомбанул. Спору нет. А вот с Эдиоморфодоном им придется, ух, повозюкаться. Горгозавр. Давай, сливай свои две атаки последние. Никчемные. Вот так вот. Ну тогда тебе крышка. Раз, два, три. Оп. Гудбай. Ну и последний, это кто там у нас? Дилофозаврик. Ага. Ну, он же понимает, что ему крышка. Что ничего ему уже здесь не поможет в этой жизни. А теперь лови встречку. Да, тут выжить проблематично. Ну что, мы победили. Эдиоморфодон постарался, отлично, на славу. Так. 5% лучших. Вот так вот, ребята. И все равно из всего здесь благополучия, великолепия, мне дают какой-то вшивый кусок мяса, ребят. Просто. Мне больше ничего не надо, только вот кусок мяса, держи. Да. Вот так они меня тут ценят, ребят. Подкупает каким-то вшивым куском мяса. Ну что у нас тут? Кентрозавр. Ну, естественно, они как будто знали, что у меня первым будет именно летунчик, да, мой? Меняем. Понятное дело, тут менять надо. Против этого кентрозавра. Меняется, так. Да и на них. И атакует. Я тебя понял. Меняемся и тоже атакуем в ответочку. Все? Че, пойдешь жаловаться сразу же, да? Меняйся, меняйся. И кентрозавру твоему сейчас будет кранты. Раз, два, три, поехали. В разнос его. На. Карнораптор не поможет вам здесь вообще ничем. Вообще ничем не поможет. В топку сейчас его просто-напросто смету и все. Эть, насмешил ты меня, а. Раз, два. Раз, два. Гудбай. Ну что, дай на них. Твоя писанка спета, у тебя 198 хп всего лишь. Что ты здесь делаешь? Я не знаю, что он сделает. Ничего он тут не сделает. Все, я думаю, добивать его надо. Ну вот, как-то так. Ну что, мы с тобой сколько смогли на арене, столько и поиграли. Больше не могу, потому что у меня закончились все динозавры. События, соответственно, я тоже пройти не смогу. Как тут тяжело продвигается, ты посмотри, а.
Так вот. Ну и что мне тут выпадет? 200 ДНК. Окей. Так, теперь пошли делать ежедневки. Так, забираем, забираем сделку. Так, я начал тут гляну. ДНК на еду. Давай. Мне нужна еда, друзья мои. Прокачивать этих просто никак не получается. Аллозавра поменять на деньги. Так. Давай. Так, ну на зух на очки доверий. Сделку сделаю. Так, а тут что у нас? Нет, это я не буду менять. ДНК на очки доверия. Так, посмотрим, что у нас тут. Диплодок на очки доверий. Так, давай смотреть дальше. Почему опять-то 95? 10 всего, всего лишь 10 очков доверия не хватает. Так, потратите еду. Потратите еду. Ну вот как раз еду-то мы и идем тратить. А тратить мы будем ее на раджазавра. Есть. Слияние. Я бы с удовольствием, но у нас пока не готов. Что там у нас такое? Где у меня их тестега? Дайте мне ее теперь прокачать. Это у нас амфибии. Кукузух, вот. Блин, это только 30 уровень. А у нас что, занято что ли там? Я же кого-то поставил, да? Твою налево, точно, я же. Тираннозавр. Ладно, давай закончим. Не закончили. Твою налево. Придется ждать, ребят. Так, ну что, три мода. Поехали. Давай за деньги. Показывай мне что-нибудь такое нормальное здесь. Так, увеличит показатель так и всех на сотку. Неплохо. Совсем неплохо. О, блин, я только хотел сказать опачки. Они опачки, не шиша. Мимочки, так скажем, да? Блин, 10 очков доверия, где же мне их получить? Кстати, мы знаем, мы когда с тобой будем открывать пак, по-моему, там очки доверия нам выпадут. Вот здесь, вот с этого пака. Но для этого нам нужно с тобой в канозойку сыграть. Погнали. Канозойская эра. Что делаю-то? Вот. Раз, два, три. Хорошо, что долларов есть. А тут, в принципе, можно было и за рекламу сыграть. Ничего страшного. Блин, опять этот сумчатый лев. Твою налево, блин, выпадает. Я офигею, блин, да? С атакой сразу же с такой. Сразу же, да, сумчатый лев. И сдулся. И сразу же сдулся. Ага. Меняется. Мы тоже меняемся. Бонус. Так, он
Опять за своего сумчатого льва, скорее всего, возьмется. Ну, естественно. И вот тут нам крышка, да? Что он не стал атаковать? Дай-ка я, наверное, атакую тогда. Проверим. Опа, и минус. Левушка. Ну, энтеладон-то, конечно, да. Сейчас нам пропишет по первой программе. Давай, 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 давай. Я уже готов. Все, подбил. Так, ну дальше подбиваем его мы. И он остается Эндрюса. По идее, он не должен нас вырубить здесь. Ты серьезно? Ты, блин, серьезно? Он вырубил нас. Фейлимся, ребята, а что делать? Я в шоке. Я не знаю, как это работает, ребята. Это умножение, вот одна атака, например, там 700, вторая там уже почему-то не 1400, а что-то не 2000. Какое-то офигенное преимущество идет. Ну все, 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 погиб, погиб ты. Сидит там, крякает. Ну вот, забираем с тобой наш, так, нашу награду и наш пак. Диплодок опять же выпал. Вот, ребята, и 260 очков доверий. Ну что, открываем. И надеемся, что это будет не ихтиостега или там тираннозавр, а что-нибудь путевое. Генодус, прикинь. Нам выпадает генодус. Второй, причем, ребята, у нас уже один есть. И он довольно неплохой. Слушай, а что вот за 50 тысяч? Награды какие тут? Анкилозавр всего лишь. А за 35? Блин, ну тут рамблиозавр, он у меня есть. И кто даст гарантию, что он тебе не выпадет? Но попробовать все равно, мне кажется, надо. Будет 35. Подожди, а вот тут что, например? Вот здесь мамонт. А тут юрзанка. Да. Ну что, давай тогда выводить генодус. Он, по-моему, там несколько дней выводится, насколько я помню. Это что, у меня столько легенд, что ли? А, 5 часов. Тьфу. Пускай выводится. Так, тогда мы с тобой следующих активируем. Фига у меня тут. Тиранодон. И ихтиостега. Один день, два дня. Офигеть. Ну что, друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!